Реализацию минских договоренностей уже завтра обсудят в нормандском формате. Встреча пройдет на уровне дипломатических советников Франции, Германии, России и Украины. Киев отправит на переговоры замглавы администрации президента Константина Елисеева. По его словам, главная цель встречи – дать новый толчок минским соглашениям. В Москве же ситуацию с их реализацией оценили как катастрофическую и обвинили в этом Украину. О чем заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. К слову, представлять Россию на переговорах будет помощник Путина Владислав Сурков.